Всем привет! Сегодня будет у нас обзорчик такой на детские товары, покупочки. Купили вот такие вот супер тату с жвачкой внутри. Рыжий тут пришел тоже посмотреть. На детские товары пришел посмотреть. Наверное, тоже хочет сделать вот такую татуировку. Вот вытащили из этого пакетика вот такая вот татуировочка. Вот она. Вот так выглядит. И еще в подарок идут вот такие детские жвачки маленькие с разными цветами и вкусами. А также купили вот такие вот маркеры. Смотрите, сейчас покажу. Здесь вот открывается вот такой вот кошелечек, косметичка такая, или не знаю, как назвать. Такой мешочек, короче, для маркеров. Вот смотрите, он как, они какие. Вот с такими вот блестяшечками. Вот такой вот маркер. Вот он открывается. Одной рукой, конечно, неудобно показывать, но ничего. Покажу все равно. 6 цветов маркеров. Также вот такие 3 кисточки для красок. Это вот красочки. Будем разукрашивать раскраски. Я вам покажу, какие раскраски мы будем красить этими кисточками. Они вот такие вот классные. Вот здесь вот как белочка, как они называются. Такие мягенькие. Есть пошире, есть поуже. Это вот для творческих работ. Вот. Ну, в общем, вот такие вот. Лизуны я уже показывала вам. Так, и еще что там у нас было. Ну, в основном вот эту, да, я хотела показать. Очень, кстати, интересные новинки такие появились в магазине «Семья». Это не реклама, купили сами себе. Все это пойдет Тиме в подарок. Думаю, что он очень обрадуется таким приобретением. Да, в прошлой распаковке был лизун, и еще там одна игрушечка, которую нужно надувать. Угу. Тоже я вам показывала. Интересные очень. Ну, в общем, вот такие вот новиночки. Очень красивые. Покажу вам раскрашку в следующем видео, как мы будем раскрашивать красками животных различных. Интересные картинки. Будет очень интересно, так что заходите. Покажу вам, как я раскрашиваю. А, да, еще хотела вам показать очень интересные. Смотрите, вот такие переноски, они очень маленькие. То есть вот ладошка моя, вот смотрите, ладошку даже меньше. 2 переноски, это для хомячков. Вот такие вот. Вот. Такая прелесть вообще. Маленькие, хорошенькие, аккуратненькие, такие красивые. Вот с ручками. Такие вот 2 переноски. Ну все, в принципе, все, что хотела вам показать. Встретимся на следующих видео. Пока-пока. Всем до встречи. Буду рада вас видеть на следующих видео. Всех люблю, обнимаю, целую. Всем пока.